Российский самолет МС-21 будет летать в Якутии. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявила генеральный директор авиакомпании Якутии Ольга Федорова. Она подчеркнула, что современное судно ближне-среднемагистрального типа заменит аналогичные модели марки Boeing. Напомним, презентация МС-21 состоялась летом этого года в Иркутске. Разработкой занимаются опытно-конструкторское бюро имени Яковлева и корпорация «Иркут». Серийное производство начнется в 2017 году. На сегодняшний день подписано более 150 контрактов на поставку российского самолета. МС-21 должен появиться в небе над Якутией однозначно. Это 21, 22, 23 года. Но он однозначно появится. Я думаю, что и точно так же, как вот авиакомпания Якутия вписывала как бы свои страницы в историю освоения сухого суперджета, точно так же мы будем осваивать этот самолет.